Теперь мы живем тут, возле Балатона. Балатон – это местное море. Ну, это не море, стоячее озеро, оно здоровое. Вид на горы, красотища. А живем мы вон там, вот сразу домик. 2 минуты, и мы на море. Новая работа, новая общага. New life. Так, вот, а город называется как, Вик? Балатон Фельдвар. Так, вот так. Это Балатон. Местное море. И озеро. А рыбу ловить запрещено. Но мужчина. Эти запреты класс. На завод пытаемся устроиться, флекс. Там 3 человека. Для двоих. Потом покажу сейчас. Это кухня, кухонка, вот у нас за окном, все есть в принципе, батареи греют. Газовое отопление, не бойлер, туалет, стиралка, туалет, ванна. Я только проснулся. Так. Тут комната. Кончик. Вообще, город красивый, конечно. Ничего сказать. Балкон соседи. И комната на троих. Так, симпатичненько. Сушки на белье. Тут можно попрыгать вон там. Так, и рядом Балатон, озеро. 2 минуты ходьбы от нас. Вообще удобно, конечно. Жилье комфортное. Работа, не знаю, мы еще не работали. Будет видно. Сегодня вторник, завтра идем. Контракты подписываем.